дорогие друзья, сейчас место за дежурским пультом вновь займет руководитель Тихоокеанского симфонического оркестра. И вы услышите одну из лучших арий, созданных Джакомо Пуччини. Ария «Чо-чо Сан» из оперы «Мадам Баттерфляй» в сопровождении оркестра под управлением Анатолия Смирнова поет Мари Шимура. Thank you.
из оперы Пуччини «Тоска», ария «Каварадоси». Поет лауреат международных конкурсов Владимир Панчук.
Thank you.
Thank you.
участников нашего концерта. Всех участников концерта и вручить такие памятные благодарственные подарки. Конечно же, Сергею пишет. Браво! Дорогие друзья, разрешите от имени дирекции художественного руководства вручить благодарность ректору Института искусств. Владимир Валентинович, можно вас на сцену? Следующий кадр Владимир Валентинович Воронин. И, конечно же, благодарность за замечательно проведенный фестиваль оркестру. Я вручаю концертмейстеру Ане Эрнст. Приглашаю на сцену нашего гостя из Южной Кореи, маэстро Но, пожалуйста. Чайганова есть? И Дарья Крутякова. Приди сюда. Дарья Чайганова из оркестра. Мы, ну, Анастасия, да? Очень приятно. Первый раз. Это концерт, там, 13 ноября будет концерт. Я приглашаю Кореи. Маэстро Но пригласил наших замечательных солистов для участия в концерте в Сеуле, в Южной Корее, 13 ноября.